Со стрельба. Их ведут через столовую, гостиную, прихожую к лестнице. Они спускаются на первый этаж, выходят во двор. Но остаться на улице им не разрешают. Их ведут через первый этаж дальше. Император несет на руках Алексея. Он еще слишком слаб и сам ходить не может. Их приводят в полуподвальную комнату, расположенную под спальней великих княжон. И говорят, что нужно подождать. Скоро за ними приедут. Через несколько минут в комнату входит Юровский.